Всем привет! Сегодня опять занимаюсь ремонтом своей машины. Вот. И проблема вот такая. Мы купили генератор. Вот штампа здесь нету магазина. Но я думаю, что я поеду, и они мне его поставят. Вот такая вот деталь. 140 ампер, 14 вольт. Так, для этого нам понадобится тестер, тоже куплен в своих закромах. Нашел я нагрузочную вилку, и сейчас мы с вами посмотрим, что у нас с зарядкой. Так, здесь у нас вольта. Вольта у нас показывает больше 12, а нагрузка у нас показывает меньше 12, 11 там. Ну, в общем, в принципе, он живой. Но он на самом деле, ему даже еще кода нету, аккумулятору этому. Но со старым генератором он не заряжает вообще нисколько. Поэтому и решили мы поставить 140 ампер. Сейчас мы снимем ремень и будем откручивать старый генератор. Тут я уже клемочку скинул. Осталось вот тут раскрутить. И будем вынимать его. Не знаю, вот будет мешать это, не будет мешать. Вот, ну сейчас посмотрим. Так, прошу обратить внимание, что свет выключен, и выключена, печка работает, печку выключили, и печку выключили. Все, в принципе, больше ничего не работает. Ну, салонный свет еще работает, да? Мы сейчас его тоже потушим. Хоп, все, потух. 12,2. Но это на самом деле, согласитесь, несерьезно. Причем почему-то у меня вечно этот тухнет. Раньше так не было. А теперь смотрите, мы сейчас включаем. Это причем у меня электрозеркала стоят, а сзади этот, как его, обогреватель заднего стекла, он у меня выключен. И получается, что вот видите, да, сейчас я включаю освещение включаю на авто, видите, да. Так, теперь вентилятор, охлаждение, нет, зеркала включаю, включил. Теперь включаю печку. Так, теперь включаю вентилятор охлаждения. И включаю кондиционер. Теперь, еще дверь давайте откроем. О, ничего не произошло. Так, теперь в обратном порядке все начинаем выключать. Кондиционер выключили, вентилятор охлаждения выключили, зеркала выключили. Так, печку на ноль и выключаем свет. Так, сейчас берем тестер и идем проверять, что у нас на аккумуляторе. Так, вот сколько вот у нас показывает на всем выключено. Теперь мы идем, включаем свет, так, включаем обогрев зеркал, вентилятор, кондиционер и эту штуку на полную. Так, еще и дверь не будем закрывать.
теоретически понятно, почему у нас аккумулятор всегда как бы разряжался. Вот. Поэтому мы его сейчас поменяем и посмотрим, какой у нас результат выйдет. Вот. Пока останавливаемся. Вот, а вот у нас даже 12 нет. Так, ну что, сняли мы ремень. Сняли мы, в принципе, сам генератор. Ничего сложного в данной конструкции нету. Зато вот как бы можно наблюдать тут насос кондиционера. Ну, сейчас начну все в обратном порядке собирать. Единственное, мне вот не нравится, как вот этот провод здесь вот так вот был. И я его сейчас, скорее всего, ничего себе, он тут запутан. Выведу вот так вот, чтобы он сверху был. А то совсем мне так не нравится, как это работает. Ага. Ну и все. Сейчас будем собирать все в обратном порядке. Правда, не понял, зачем там вот эта тяга была нужна. Хотя... вот она, эта тяга. Ну не знаю, сейчас посмотрим, что-нибудь придумаем. Блин, ребят, будете удивляться. Я почему-то думал, что у меня здесь 90 амперник стоит. А здесь, как ни странно, стоит 120 вольт. Ой, 14 вольт, 120 ампер. Искра. Представляете? Ну ладно. Я же не просто так приобрел данный-то. Сейчас мы его поставим и посмотрим, что получилось. Так, ну что ж, поставили, завели. В принципе, сейчас ни хрена не включено. Смотрите, сколько показывает. Во. 14,5. Я вообще просто в шоке, я доволен. Так, теперь включаем полное освещение. 14,1. Так, дальше. Включаем вентилятор. Четырнадцать. Это не знаю, что она мне тут показывает. Так, ладно, дальше. Включаем зеркала. Включаем кондиционер. А, еще же у меня есть это, эти галогенки. Их включаем. Передние и задние. Блин. Вы понимаете, какая разница? А, мы же еще забыли включить печку на полную. Печка на полную. 13,0, 12,9. Это на холостых. Ну что я могу сказать? Выключаем все в обратном порядке. Поехали. Вентилятор выключили. Кондиционер выключили. Обогреватель зеркал выключили. Вентилятор радиатора выключили. Так. Этот, как его?
Геологенки задние противотуманки, точнее, выключили. Передние противотуманки выключили. И свет выключили. Чувствуете, какая разница? Я вам скажу, что я доволен. Но этот, в принципе, работает. Я что с ним сделаю? Я его, наверное, отвезу в ремонт. И он у меня будет как запасной лежать. Так что вот так вот. Это вот не пригодилось. Я не знаю для чего. Ну и, соответственно, моя задумка с вентилятором охлаждения сработала. Ну, я взял все и поменял, не снимая этого. Вот, останется сюда нам ставить датчик, который будет сам этот вентилятор включать. И все. Слушайте, а еще у меня сложилось такое впечатление, что кажется, двигатель стал ровнее работать. Надо еще проверить будет, как он будет ездить. Короче, единственный минус, который появился при замене генератора, видите, это и это мигает. Причем, когда я включаю габариты, мерцание перестает. То есть мерцание происходит, когда вообще просто все выключено. Вообще все. Не, вот печка работает еще. Сейчас печку выключим. А, вот печку на полную делаешь, уже не мерцает. Не мерцает, но с другой частотой. А, вентилятор выключил, и мерцание перестало. То есть получается, что это от вентилятора, что ли, мерцание? Сейчас, по крайней мере, видно, что идет зарядка. Сейчас заглушим, посмотрим, сколько покажет. Включаем. О, 12,7. 12,6. 12,3. А, так это вентилятор работает. О, 12,7. Заводим.
В общем, все было дело в генераторе. Даже не в проводах. Прекрасно. Очень здорово. Надо будет еще попробовать, как оно будет ехать.